Новгородские полицейские всерьез взялись за ночной клуб «Сода». Поводом для этого послужили многочисленные жалобы жителей Псковского микрорайона. Обращения по поводу заведения на улице Батецкая в последние месяцы сыпались и в полицию, и в редакции СМИ. Люди возмущены постоянным пьянством посетителей, нецензурной бранью под окнами, причем в ночное время. Очевидно, что разрешить ситуацию просто увещеванием невозможно. В ходе серии оперативно-профилактических мероприятий в ночном клубе были задействованы более 70 сотрудников полиции. В итоге выявлено около 50 административных правонарушений, третья часть из которых составила потребление алкоголя или наркотических средств в общественном месте. Всего для наркотического свидетельства, на предмет наркотического свидетельства было доставлено в катарсис более 20 человек. В настоящий момент ждем результатов заключений. И в последующем, если подтвердится, что лица находились в наркотическом опьянении, они также будут привлечены к административной ответственности. Кроме того, поблизости от ночного клуба «Сода» полицейскими после 22 часов были выявлены 6 несовершеннолетних, трое из которых находились в состоянии алкогольного опьянения. А говорили в том колледже, что после 22:00 тебя не должно быть на улицах города. Ты знаешь? Ну, так в чем тогда проблема-то? Если вы нарушаете закон. Кстати, мне такого не говорили, честно. Как подчеркнули в полиции, рейды в районе ночного клуба «Сода» будут продолжены, причем не только в выходные, но и будни. Планируется, что участие в них примут также сотрудники ГИБДД и Росгвардии.